Севастополе отремонтировали еще один фасад жилого дома, на этот раз на улице Портовой, 18А. Здание стояло в программе капитального ремонта. Работы по внешней отделке начались в марте и длились около полугода. 21 августа Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя принял объект у подрядной организации «Промальп Эдельвейс». В 2017 году мы тут делали крышу. В этом году подошла очередь фасада. Такая маленькая разница между двумя видами капитального ремонта, ну, в связи с солидным возрастом дома. Этот дом 1917 года постройки. Ну и в капитальном ремонте и крыши, и фасада, в общем-то, он нуждался остро. Жители дома давно жаловались на критическое состояние фасада, говорит Анна Москаленко. Через трещины в стенах жилого дома можно было наблюдать за прохожими на улице. Были трещины непосредственно вот этот торец, ну я не знаю, будет видно, не будет. Трещина была сверху донизу, там местами порядка 5-7 сантиметров на доме. Она полностью тоже заделалась строительными растворами. Работники очистили фасад от старой краски, нанесли штукатурку, грунтовку и фасадный клей, а между слоями стеклотканную сетку. После фасад оштукатурили и покрасили. Над подъездом установили новый козырек и заменили окна в квартирах. Нестандартный дом, тут практически около 100% ремонта штукатурки. Если везде по городу в среднем идет от 20 до 35, то тут около 100, скажем так. На ремонт фасада дома по адресу Портовая, 18А, было потрачено более 1,5 миллиона рублей. Одномоментно, к сожалению, мы не можем сделать все виды ремонта в каждом доме. Поэтому вот они разнесены в программе на 30 лет. То есть в этом доме мы сделали уже два вида капитального ремонта. В будущем его ожидает еще капитальный ремонт внутренних инженерных сетей. В программе Фонда содействия капитальному ремонту еще сотни севастопольских зданий. По всему городу планируется отремонтировать более 3000 многоквартирных домов.